Машины наших клиентов тоже ломаются. Вот сейчас Peugeot 3008. Мы подбирали машину полгода назад. Оборвало приводной ремень. В сервисе в ближайшем сказали, что его намотало на шкив коленвала. Якобы разбило так передний сальник коленвала, что масло просто выливается из мотора. Даже страшно заводить. В общем, сейчас спускаем ее с эвакуатора. Машина ехала к нам из Мытищ. Будем поднимать, смотреть, в чем дело. Вот здесь достали сальник, в буквальном смысле его прямо оттуда выковырили. Все было вот ошметках ремня, вот все вот в таком вот виде. А, и все здесь в масле, сейчас уже более-менее помыли. Значит, заказали новый оригинальный передний сальник, новый оригинальный приводной ремень. Сейчас поменяем сальник, поставим шкив коленвала, поставим новый ремень, посмотрим, сейчас все высушим, возможно, что-то еще диагностируем, какой-нибудь приводной ролик или помпу, сейчас это все увидим. Вымоем все от масла, потому что ремень тут раскидал масло по всему подкапотному пространству, вон даже на противотуманках. Соберем все и поставим машину на ход, чтобы она дальше продолжала ездить. Поэтому мне прям очень нравится, что у нас есть свой сервис, есть возможность обслуживать клиентов даже в плане помощи. То есть вот клиент сломался, уже прошло долгое время после подбора, и с каждым может случиться какая-то неприятность. Мы оперативно послали своего эвакуаторщика, он его забрал, сразу привез. То есть сегодня в обед клиент сломался, его уже забрали из Мытищ, привезли к нам в сервис. Мы его уже сейчас вечером починим, машина вечером уже будет на ходу, сделанная полностью на оригинальных запчастях, и будет дальше продолжать радовать своего владельца. Хотя, конечно, на Peugeot, на EP6 Turbo, это вот прям, вот как в случае этого клиента, это прям осознанная покупка, то есть это не первый его Peugeot Citroёn в семье, он понимал, на что шел и знал все болячки этого автомобиля. Друзья, а дальше у нас будет сюжет про поиск Chevrolet Lachetti, который мы искали аж 3 месяца. И здесь я хочу затронуть с вами тему поиска недорогих автомобилей, там, до 500 000 рублей. Это всегда были самые сложные поиски, так как понятное дело, что машину там за 1-1,5-2 миллиона искать проще, потому что они свежее, у них лучше состояние и, в принципе, в целом выбор больше. И вот принялись мы за поиск Lachetti 3 месяца назад. В принципе, изначально в достаточно адекватных критериях. Нужен был первый автомобиль в бюджете 400 тысяч рублей. Это должен быть не обязательно Lachetti, это может быть какая-нибудь Реношка, Логан, Сандера. Нужна просто хорошая, живая машина, желательно на автомате. Но на механике, насколько я помню, тоже клиента бы устроило. Но за 2 месяца поисков так и не появилось хорошего варианта. Было осмотрено несколько экземпляров, в том числе и Lachetti. И, в принципе, спустя 1,5 месяца был неплохой Lachetti, но у него была проблема по порогам, поэтому от него отказались. То есть там были ремонтированы пороги и сделаны это не очень качественно. Наш договор спустя 2 месяца истек, но, тем не менее, мы по согласованию с клиентом решили без доплат со стороны клиента продолжить поиски. И спустя месяц мы нашли Lachetti. Давайте смотреть, что из этого получилось. А здесь Chevrolet Lachetti искали очень долго. После покупки приехал к нам. Сейчас будем еще раз смотреть всю ходовку, менять все необходимые элементы, менять ремень ГРМ. Так на вид она прям бодрая. Сзади один фонарь менен, я думаю, видно было. Прям достаточно неплохо, частично что-то новое. Вот шаровые новые болты, рулевые наконечники новые, стойки стабилизатора новые. Значит, без нареканий. Пятнос гофры глушителя, но пока она не сечет, но через какое-то время засечет. Я сейчас говорю сначала то, что износ имеет, но пока менять не будем. Пыльник на левом шрусе внутренний, вот по нему есть, видите, трещинки небольшие. То есть он пока еще не порван, но в дальнейшем он порвется. Сзади, наверное, тормозные диски с колодками. Когда колодки кончатся, колодки тут еще есть. То есть 40-50% колодок осталось. Когда они кончатся, надо будет проконтролировать состояние дисков. Скорее всего, надо будет поменять. Значит, из того, что предлагаю менять сейчас. Соленоки в передних рычагах. Они уже порваны, задние точно, передние сейчас еще монтажечка пошатаю. Опорные подшипники, по ним есть скрип. Как колесо вращаешь, то там есть скрип. Сейчас мы опустим машину и под нагрузкой их пошатаем, посмотрим, нет ли там каких-то нареканий. Если есть, то опоры и опорные подшипники поменять бы. Ну и поддон коробки переуплотним. Когда мы будем снимать поддон, и оттуда вытечет все масло из коробки. Я предлагаю заодно и сразу масло в автомате поменять. Ну и все, что есть из запчастей, тоже там фильтра, масло, все это тоже можем поменять. Люфтов каких-то там, шаров, ступичных и так далее, ничего такого нет. Мотор, по большей части, сухой. Вот тут на заднем сальнике коленвала запотевание, то, что еще тогда говорили. В остальном все сухо. Поэтому задняя подвеска, так как тут многорычажка, но тут тоже все целое. Так, ребята, всем привет. Как и сказал Ваня, у нас сейчас на обзоре машина, которую мы буквально вчера забрали. Сегодня она приехала в наш партнерский сервис. Плеханова, 13, строение 2, город Москва. Всех вас ждем.
Итак, давайте подробненько по каждому моменту пробежимся. Этот автомобиль 2011 года выпуска с мотором 1.6 на коробке автомат. Сейчас она стоит к вам, так скажем, рабочей стороной, но у нее, естественно, есть нюансы. Автомобиль стоит, попробуйте догадаться, сколько? 430 тысяч рублей. Три владельца, заявленный пробег 115 тысяч километров. И вот, кстати, судя по состоянию салона, я бы действительно сказал, что это близко к истине. Да, естественно, есть какие-то затертости на руле. Но давайте перейдем к кузову. Понятно, что у машины 2011 года будут какие-либо нюансы. Но нюансы такого плана, как вот здесь есть на крыше небольшая вмятинка. Угу. На пороге здесь у нас снизу также есть небольшая вмятина. Ну и на капоте, если под определенным углом посмотреть, здесь вот мы видим вмятины. По коррозии часто бывает на крыше, здесь рядом с лобовым, жучки, а здесь мы видим ни на кромках дверей, ни на крыше, ни на арках, нигде вообще нет следов коррозии. На крышке багажника с правой стороны достаточно большой зазор, а слева она стоит прямо впритык. Фонарь вот тоже какой-то китайский. Да, фонарь тоже поменяли, судя по всему. Сейчас мы откроем багажник. Крышка не заводская, тут у нас все сгнило, герметика здесь вообще практически нет, то есть поставили просто самую какую-то дешевую крышку багажника. Значит, я думаю, что мы сейчас заменим эту крышку на оригинальную БУ, покрасим ее в цвет и купим оригинальный фонарь, чтобы они не отличались, чтобы было красиво. Бампер по желанию клиента, не знаю, если хочется, это какая-нибудь первая машина, если хочется, то можно покрасить, если нет, то... Парктроники, кстати, работают все, ну, это устанавливал предыдущий собственник. Да, и правая сторона самая пострадавшая у нас. Ну вот, если придираться, то вот здесь. Вот это. Да. Деформация. Сразу еще покажем резину. В отличном состоянии зимняя, в отличном состоянии летняя 2019 года. Остаток протектора я бы оценил там на 70-75, не знаю, процентов. Нам нужно пройти стандартное ТО, то есть сделать там масла, фильтра, свечки, поменять ГРМ. И есть один нюанс, то есть это еще один бонус, сейчас покажем. Да, и что мы здесь видим, начиная с салонного фильтра, заканчивая роликами для натяжителя ГРМ, помпа. Вот это помпа. Это комплект ГРМ был. И хочу обратить ваше внимание, что это не какие-то самые там дешевые запчасти. Фильтру Мали, свечки NGK ридевые. Тормозуха ТРВ вижу. ГРМ, Гейтс. И человек отдал это как бы все просто так. Он не просил какие-то там дополнительные деньги, еще что-то. Еще один ролик. Тормозная жидкость. Знаете, чувствую себя проснувшимся 1 января. Как будто я нашел, да, это все под елкой. Ну, еще там было масло. Оно в салоне лежит, да. Моторное. Моторное и остаток еще от масла в коробке. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Александр. В общем, будем проводить полное ТО. Поменяем все, что есть от предыдущего владельца. Досталось тормозную жидкость, ГРМ, масла, фильтра, свечки. Все заменим, плюс по подвеске. Что, я бы поменял санблоки в передних рычагах, там уже есть надрывы. Тоже все поменяем. Сделаем по кузовне, получается, итого она выйдет, наверное, под 500, ну, может быть, 470, вот так она выйдет. Мы получим машину, которая будет в отличном состоянии по кузову, полностью обслуженная по технике, с небольшим пробегом на автомате и 2011 года. Я считаю, до 500, чтобы вот сейчас купить такое комбо, но это большая-большая удача. Итак, выдали молочете, все сделали, поменяли ГРМ, поменяли масло, масло в коробке, переуплотнили поддон коробки, там была течь по поддону, несмотря на то, что масло недавно меняли, в общем, почему-то поддон тек. Сейчас все сделали, все надежно будет, долго все ходить. Поменяли тормозную жидкость, антифриз, в общем, вот все, что нужно было сделать, заменили все, свечи в том числе. По кузовной части клиент решил восстановить ее чуть-чуть попозже, как будет время, как будет возможность, все сделаем и по кузовной части. Сейчас техника в идеале, прошли техосмотр. Осталось машину поставить на учет и все. Вот такой получился подбор. За, получается, 430 тысяч рублей искали машину аж 3 месяца. Просто на рынке один хлам. Найти сейчас автомобиль до 500, так чтобы не то, чтобы он даже был живой, а чтобы он еще и удовлетворял вас как клиента, достаточно сложная задача. Кстати, еду сейчас на работу на вот таком Geely Coolray, это каршеринг. В общем, такой интересный автомобиль. Это мой такой первое знакомство с китайцами, где я прям поездил на автомобиле.
Интересная машина, конечно, но спорное ощущение. Я понимаю, что она новая, понимаю, что она, наверное, стоит в районе там 2,5 миллионов на сегодняшний день. Здесь достаточно много функций. Есть все, и круиз, и контроль слепых зон. В общем, достаточно бодро едет, достаточно бодрая динамика, но, конечно, что-то как-то вот все равно. Хотя сделано все неплохо. То есть, и вот если смотреть в сегодняшние реалии, и что там у нас на рынке есть? Аркана, Крета. Ну, то есть, если вы выбираете между Арканой и Кретой и Кулурэем, то я бы однозначно выбрал Кулурэй, потому что какая разница, они все на гарантии, но в Кулурэе хотя бы сидеть приятно. Тут хотя бы монитор быстрый, он хотя бы едет, в отличие от двух вышеперечисленных. Ну, ладно, Аркана с 1.3 еще более-менее едет, но так. Не, эта машина приятнее, однозначно. Вот для восприятия она приятнее. Но, вот, наверное, жене я бы взял. Да, потому что это просто такая повозочка, прикольная, достаточно комфортная, тихая, есть все функции. Прикольно, но себе, наверное, нужно что-то посерьезнее.